Хорошо. Значит, понятно, почему Василий Якименко начался этим проектом. С одной стороны, ему сейчас в основном нечего делать, да, он как бы политически вакантным является. А с другой стороны, очень многие активисты движения «Наши», они оказались не у дел. Их вот подготовили, дали политическую подготовку, а дальше не дали будущих проектов. И они сейчас ищут, чем бы заняться. В результате есть угроза, что некоторые из них могут уйти к националистам, некоторые могут уйти на Болотную площадь. И понятно, что они хотели бы остаться в каком-то своем содружестве и заниматься какими-то проектами. Вот я думаю, что Якименко вполне может создать такое некое движение общественно-политически невостребованных людей, но подготовленных. Если он сможет создать такую группу, то потом, возможно, они получат какие-то предложения, как реализовать эту свою невостребованность, но подготовленность.